вот уже третий год, как вы знаете, активно работаем в полном взаимодействии с Росводоресурсами, с ГУП каналами Москвы, с природоохранной прокуратурой. У нас огромная и активная работа проводит МЧС Российской Федерации. В этом году мы уже знаем свои регионные подтопления, которые традиционно у нас сложились на основе многолетних наблюдений. Кроме того, в этом году большое количество снежных осадков, поэтому сейчас с 1 марта у нас стартует кампания ежедневного мониторинга по уровню воды, по периоду таяния снегов, ну и, соответственно, глава муниципальных образований, Минтранс, наш Министерство транспорта Тверской области, подрядчики, кто содержит дороги, будут мониторить и реализовывать меры по обеспечению прохождения весеннего половодья. Ну и, конечно же, в случае повышения уровня воды, вот эти точки мониторинга, они будут там ежечасно, так сказать, давать сообщения в режиме наблюдения, для того, чтобы можно было активно среагировать по водопонижению, ну, уже в дальнейшем по системе гидротехнических сооружений, которые находятся в том числе и за пределами Тверской области.